Меня зовут Денис Вербицкис, я из города Валмера, с Латвии. 17 мая у меня будет бой в Минске. Уже начал подготовку, пока раскрывать все секреты не буду, но, в принципе, противник умеет все, так что бой может перейти в партер, в стойке может быть, так что будем готовиться к всему. Противник сильный, это меня мотивирует стать лучше. И этот бой покажет, смогу ли я справиться с таким противником. Что я могу пожелать, чтобы у нас получился красивый бой. Встретимся в Минске.